Всем добрый день. У нас очень много задают вопросов по хлебнице. Как ее доставить в регионы? Поэтому мы сделали разборную хлебницу, чтобы она была поэкономичнее в доставке по регионам. Смотрите, по размерам напомню вам. Ширина 1,20 м, длина 2 метра. Устанавливается на брус или на другой фундамент. Можете даже не устанавливать на брус, а вкопать ее в землю, потому что вот торцевые цельные, они с перегородками. Смотрим внутрь. Смотрите, из чего она состоит. То есть состоит вот эта одна половинка сварная, да, вот этот треугольник. К нему прикручивается раз прогон, два прогон и третий прогон. Все, одна половинка ракушки есть. Также вторая половинка. Низ основания собирается то же самое. То есть вот эта часть боковая торцевая, она идет цельносварная. И собирается, как видите, прогон раз, два, и прогон тоже сварной. То есть у него нет никаких невыступающих деталей. Все компактно грузится, все компактно упаковывается и отправляется. Поликарбонат нарезается в размер. Такая получается небольшая пачечка шириной 200 листа. И длина тут один, кажется, ну, в общем, тысячу примерно, 1000-1100. И вот эти полоски по низу. Муся, любимая наша, наш зритель, телезритель, который всегда с нами. Вот, и поликарбон. Здесь крепеж, как здесь же представлен здесь, он присутствует, будет в фурнитуре, в комплекте. Открывание происходит с двух сторон. Это разбор. Также резинка, все это будет в комплекте. Ручки. Раз, открыли. Для того, чтобы она дальше не перекидывалась, специально ставится вот такой, видите, Г-образная опора. Здесь у нас простое соединение. Болт с шайбами, с гайками М8. Ничего сложного нету собрать. Мы устанавливаем на брус, как видите. Видите, здесь 100 на 150 брус стоит, образец. Все, вот этот торцевый профиль, перфолента, фурнитура вся идет в комплекте. То есть он очень будет компактный в доставке. И в то же время мощный и капитальный. Поэтому всем рекомендую. Сейчас мы уже делаем... Это вот именно образец испытательный и разборный. То есть он получился жесткий, надежный. И такой мощный каркас. Для местных здесь по Екатеринбургу мы будем также делать цельносварные, чтобы развозить. А по регионам будет разборно, чтобы было бы недорого в доставке. Поэтому всем рекомендуем. Пишите, звоните, ставьте лайки. Всегда с вами.